Это с Альфа-банка звонят, да, Данс, правильно, ищут Габозова. А еще я попадал, представь, Дан, на телефон, мне там, так, короче, ты друг Габозова, я говорю, ну, он нам должен денег, мы его найти не можем, ты будешь отдавать деньги. Я говорю, с чего это я вам буду отдавать деньги? Я в шоке. Прикинь, вот так. Да мы сейчас, короче, знаешь, что сказать? Мы сейчас твой телефон поставим на автодозвон и парализуем, ну, этот, не сможешь ты работать на этом телефоне. Ой, я говорю, хватит меня пугать. Или мы приедем, разберемся. Знаешь, что говорят еще? Мы, короче, такие, мы с Кавказа. Мы сейчас приедем с тобой разбираться за габозовский долг. Я говорю, ты когда ему в долг давал, ты внимание мне уделил? Я что-нибудь с этого поменял? Нет, какие ко мне претензии? Да, Саша, Альфа-банк разыскивает, пожалуйста, свяжись с ними. Ну, честное слово. Альфа-банк, правильно, Дана? Спрашивают, где Габозов? А что, прям сказали, я Альфа-банк?